Вот дороги в следующем году обещают улучшить. Во всяком случае, на ремонт и строительство трасс в бюджет заложат 40 миллиардов гривен. Это на 10 миллиардов больше, чем в текущем. Об этом сообщил премьер-министр во время инспекции отремонтированного участка дороги Киев-Знаменка. Источниками финансирования украинских трасс станет дорожный фонд. Его хотят создать в следующем году, а также таможенные поступления. Проект бюджета в эту пятницу обсудят на заседании Кабмина. В минулому році ми вчасно подали бюджет, вчасно і чесно подали бюджет до українського парламенту і його не відкликали. В цьому році, 15 числа, уряд схвалить проект бюджету на 18-й рік і подасть його в парламент. Буде пріоритет будівництва українських доріг в наступному бюджеті. Ну і також фінансування всіх, в тому числі і необхідних реформ і змін.